же просто гениально, что я тебя встретил. Можешь меня подменить на одной халтуре? Ты крутой режиссер, ты из чего угодно сделаешь сильную вещь. М? А жанр какой? Глубже. Деньги-то тебе нужны? А что, за столом начинаем? Конечно, сначала обязательно за столом. Просто втроем, вы и я. Это типа репетиции? А кто он вообще? Вот, давайте немного откатимся назад. Роман Петрович, вы репетируете уже полгода. Стоит ли вам продолжать работать в нашем театре? Мы больше не можем давать вам денег взаймы. А если 1000 рублей? У вас нет никакой работы. А вы себе что-то? А что у вас течет? Что течет? Все течет. Все меняется. Я хочу увидеть всю жизнь сейчас в глазах. Мы с женой смотрели, это потрясение. Как Тарковский, только интересно. Весь мир ждет от секса глубины. Когда мы с бабушкой впервые увидели ваши порно, я сразу понял, это круче любого стартапа. Я же просто порно снимаю. Не просто, а глубокое порно. Я реально мог лучше сыграть, если бы конь не заржал. Начали! Кто наши враги? Спросил я недавно себя. Что я себе ответил, могу сказать точно. Это был ответ. Я просто человек с безупречной репутацией. Что важно в сексе? Интересно. А вы вот посмотрите на этих неозабоченных. От них ведь можно ждать чего угодно. В большом городе одиночество поглощает тебя. Отношения опустошают. Что тебе сказали про меня? Это не имеет значения. Ты должна довериться мне. Будь осторожна. Я готова. Ты принадлежишь мне и должна подчиняться. Я в ловушке. Ты любишь рисковать, но тебе лучше бежать от него. Токио пожирает тебя. Страх и возбуждение идентичны. Это оттенки одного и того же чувства. Все оттенки Токио. Всем привет! В эфире мужское радио, и с вами я, Илья Нога! Теперь будете слушать меня каждый день. Правильно? Мы олдскульные артисты, мальчиши, плохиши. Все в порядке? Доктор! Ой, диджей, у него эфира 10, голоса нет. Прямой укол в связке. Шансы 50 на 50. Мужское радио. Радио, сделанное мужчинами для мужчин. Всем привет! Вы же просто эфир сорвали. Давайте эту девочку сюда. Раскручивать будем. Оксана Соколова ломает стены непонимания. Это не совсем девочка. Ну что ж, сумасшедшая гонка продолжается. И снова основным фигурантом является скандально известная радиоведущая Оксана Соколова. Вытащить тебя отсюда? А что еще сделать? Ты что творишь, дура? Дядя, ну ты не сам, вот что ты? Какой план? Главное с голосом решить. С остальным разберемся. Ты что, ты за гребаные буниклайд какие-то? Что делать будем? Ментам звони! Следующий. Не переключайтесь, мы вернемся к вам после небольшой рекламы. Нифига себе экшен! Ах ты ж батюшки! Да я не пойду, я не буду вместе.
Мужское радио, и я, его ведущая, Оксана Соколова. Раз, два, три. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать всем. У тебя хоть платье есть нормальное? Оденем. Почему мы здесь ужинаем? Чтобы сцапать такого, как Костю, нужно подстроить момент. Гарик подарит мне эту тачку. Кто такой Гарик? Тот, кто подарит мне эту тачку. Слушаю я вас и понимаю. Не было у меня в жизни сказки. Откуда взялась такая? Я из Парижа. Там все такие. Я хочу в клубы, бары, в караоке. В жизни никто не женщина, а проститутка. Ты не проститутка. Ты поаккуратнее. Что такое? Ты можешь лучше? Конечно, я могу лучше. Вы слышите, что она говорит? Она говорит: купи меня. Боречка, я дома! Русская женщина может все. Пережить расставание. Найти новую работу. На самом деле там ничего трудного такого нет. Ты заходишь, лежат большие коробки, ты их открываешь, там эти. В этой коробке лежит планшет, ты его берешь, включаешь, активируется система, загружаются данные. И снова полюбить мужчину. Ты возьми, купи меня. Нет, я не могу, ты слишком дорогой. Даже если он... робот. А ты кто? А ты кто? Я тебя спрашиваю, ты кто? Блин, ты кто? Что с этим? Ошибка 102. Меланхолия, страхи. Все понятно, упаковывайте его. Может, попробуем продать? А он потом провода перегрызет кого-нибудь. Или на ковер насыпь. Это бракованный робот. Вадим Сергеевич. Кого вещаешь? Иди доктор пожалей. Вадим Сергеевич, давайте я его куплю. Ну, заведи ты себе нормального мужика. Я нормально заводила уже. Что, если счастье... можно взять в кредит. А вот разработали такую программу. Он по движению ваших глаз, по интонации понимает все, что вам нужно. Идеальный мужчина. Давайте отложим до завтра. Я подумаю. Да, никогда не откладывай на завтра того, с кем ты можешь переспать сегодня. И что даже если идеальный мужчина может дать сбой? Что она там делает? Сейчас я не знаю, почему так приятно. Ты че? Господи. Это же кусок говна, а не робот. Сам да говно. Это мой робот. Так пусть глаз вытащит. Или в жидкость превратится. Че, реально робот? Этой зимой мы приглашаем вас влюбиться. Под микроскопом Юлия Александрова. Я нас давно уже убила. Егор Крид. Мы живем, мы любим среди бетонных блоков. Миллионы глаз. Идеальный мужчина. Любимый. Любимая.